Всем привет, я в магазине Fix Price, город Орск, улица Вокзальная. Давайте смотреть ассортимент и новинки. Ловушки для ос в отделе сад-огород, 149 рублей. А старая цена или новая, не знаю, здесь 99 рублей. Наверное, они были по 149, сейчас стали 99. Кстати, вот хорошая вещь. В этом году у нас осы не терроризировали, а в прошлом году очень сильно. Укрывной материал 6 на метр 50. Я им всегда пользуюсь. Но пользуюсь не как укрывным, а обкручиваем от зайцев. 83 рубля. А вот что. Светильник садовый на солнечных батареях. 199 рублей. 6 ватт. 11,5. Еще светильники тоже на солнечных батареях. И посмотрите, как выглядит. Как лед. 149 рублей 10 на 10 и 5 сантиметров высоту. Лента для подвязывания 3 метра 27,50. Это колышки. Сетка садовая. 4 колышка 2 на 5. 12 сантиметров. Это от птиц. Да, на клубнику от птиц. Различные опоры по 6 штук. 79 рублей. Есть и побольше, по 59. Здесь по 2 штуки опоры. Шатырный спирт 124 рубля, 1 литр. Опоры для растений 50 штук, 40 сантиметров. Зеленого цвета. И вот такой обычный, 55 рублей. Состав бамбук. Щетка для чистки барбекю. Тоже хорошая вещь. 149 рублей. А это зажим для крепления пленки к каркасу парника. 79 рублей. Размер 60 на 15, 15 миллиметров. Лента садовая. 99 рублей. 12 на 45 метров. И набор садовых табличек. 55 рублей 20 штук. О, гель какой. Как 8 марта. Восьмерка прям. Гель для душа. Освежающий. 300 миллилитров. И ценника еще нет пока. Смотрите, какие веселые фигурки. 133 рубля. Яркие-яркие. Игрушка дидактическая. Фигурки. Мне кажется, отлично изучать цвета. Только дальше я даже вот не могу понять. Хоть бы инструкцию написали, какую-нибудь картинку. Что? А, треугольнички надеваешь на треугольнички, квадратики, наверное, на квадратики. Да, здесь вот квадрат, прямоугольник, круг и треугольник. Кто не видел, появились коврики для клавиатуры. Большие довольно-таки, 80 на 30. Вот, смотрите, как. И мышку сразу можно положить сюда, и клавиатуру. Расцветки разные. Есть и просто черная. Такая просто черная, лаконичная. Нескользящее резиновое основание. 199 рублей. Сумки. Я так понимаю, мужские сумки. Кармашки есть, на молнии кармашка, кармашек есть просто сверху вот такой. И тут на молнии один. Здесь написано просто сумка, но я так понимаю, что это мужская. 299 рублей. И разные расцветки, смотрите. На длинном ремне. А вот и весенние контейнеры. Майнбокс. Мне кажется, у них весной вот такой рисунок, зимой зимний рисунок, осенью осенний. Здорово. Такая сакура. Или даже яблоневый цвет. Кому как нравится. 6 литров. Вот, смотрите, еще с лавандой. 199 рублей. Какие миски. Миска 3,2 литра с крышкой и декором.
149 рублей. Яркие. И расцветки разные. Есть и зелененькие, и желтые. Маленькие ведерки под мусор. Контейнер для мусора круглый, 1 литр, 83 рубля. И тоже есть разные расцветки. И бежевые, и серые разные. Банки для сыпучих продуктов 4 литра и 2,5. Вы посмотрите, для спагетти подходит, и для сыпучих тоже подходит. Большие, маленькие. Маленькие 174,50, большие 4 литра 249. А это банка для сыпучих продуктов 1,6 литров. Здесь уже нету отверстий. Даже фасоль, орехи, макаронные изделия, все здесь нарисовано. Только нет ценника. Вот еще банки тоже открываются. 62 рубля. 1,75 литра. Пиала бульонная. С двумя ручками. 600 миллилитров. Разные расцветки. 87 рублей. Изготовлены из фаянса. Вот еще какая-то новинка интересная. Подставка, подсвечник, под чайник. Ах, там подсвечник вставляется. И чайничек привает. Сверху металлическая пластина. Здесь отверстие. Состав боросиликатное стекло, алюминий, 199 рублей. Чайник заварочный, 299, 800 миллилитров. И крышки и черные, и бордовые, и серые, разные. Кружки, термокружки. Кипяток наливается, и картинка меняется. Здесь даже показано до и после. И картинки разные. 99 рублей. Набор декоративных наклеек Шеби. 79 рублей. Разные здесь и бабочки вот есть. И ангел. Или кто это, эльфы? Или сами бабочки. Вот еще набор декоративных наклеек. 4 штуки в наборе, 15 на 15 сантиметров каждая. 99 рублей. Вот смотрите, можно декорировать и стену, и ящик, и рамочки, хоть что. И состав ПВХ и Эва. И какой огромный шоколад. Шоколад с коньяком, десертный, темный, 250 грамм. Так, какой вот этот, наверное, да, 149 рублей, да, Победа. Шоколад Милка, 270-300 грамм, 249 рублей. Тоже огромный. И Белочка. Белочка с орехом, 180 грамм, 116 рублей. Чего здесь только нет. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь. Всем пока-пока.